И всем привет! Вот мы вернулись в игру. Блин, не подойдешь сюда так просто. Грёбаный искусственный интеллект. Точнее, не искусственный, а то, что там... Так, стой. Надо тебе сканировать можно? А ты эту хрень... О! Куб. Накопитель архитекторов. Ну, давайте пообщаемся с ними. Носитель, привет. Только это не... Только это не твой ноутбук. В смысле, этот... планшет. Начинаем передачу данных. Нас отпинали, пока мы были без сознания. Башка болит. Передача. You're in my head. I am also surprised. Is it reversible? I hope so. Sanctuary power failed. But not from here. Damn it! I will find a way. With the processing power available, it may take some time. I will alert you when I exit hibernation. This is exactly why we have protocols. Энергетические кубики мы забрали, отлично, роботик. А тебя разбить нельзя, хотя какой смысл его? Какой смысл на него нападать? Так, ну вот, насобирал материалов на постройку плавающего этого средства передвижения. Сейчас дождемся утра. И пойдем поставим его наверху, посмотрим, что да как. Так, ну что ж, уже практически рассвело, давайте выбросим его. О! Запускай. Ну конечно, почему бы и нет. Ни черта мы не видим. Так... Свинец, энергоячейка, стекло, титановый слиток. Ну что ж, я как бы все собрал, все, что мне нужно было. Вот, сейчас сделаем, надо куда-то поплыть. Где-то здесь еще земля есть. Может, в тот остров вот большой, который вдалеке виднеется. Че с тобой? Я не с той стороны залез, вот что с тобой. Во. Ну что ж, крафтим транспорт. Уже темнеть начал, ёлки зеленые. Ну ладно. Так, хорошо, следующий. Что мне, мне свинца не хватило, елки-палки. Ну, сейчас я за ним загоняю, это не проблема. Это не готовое. Ингредиенты неизвестны. Так, это есть, так осталось только свинец. Ну, это ерунда. Давайте хоть посмотрим на эту штуку. Неплохо, неплохо. Совсем другой. Так, улучшений у меня никаких нет, так что облом. Энергоячейка. У меня есть одна. Еще есть одна. Будет про запас. О! Сплаваем вниз. Так, на какую мы глубину? На 150 максимум, что ли, можем выйти? И что самое главное-то? Мне теперь... Я могу дышать спокойно.
Так, вылазь давай. Короче, проблема с перезаходом решает то, что я не могу в ящики попасть. То есть надо выйти из игры, зайти опять снова, и все в порядке. Какой-то баг происходит. Так, свинец все-таки оказывается нужен, так что надо его собирать. Так, погнали наверх. Так, стоп. Где там? Вон. Или это низ? Нет, вверх. То я... Включается камера заднего вида, и я могу видеть то, что находится сзади. Весьма полезно. Так, давай, влазь. Дождь пошел, как раз самое время строить. Модуль. Ингредиенты надо будет еще насобирать, но... Пока что то, что есть, так. И ныряем в свой мотылек. Хотя он не мотылек, а как он называется? Оно только что было название, по-моему, мотылек. Не, мореход. Теперь уже мореход. Заходи. Не стесняйся. Так, вон он. Паркуемся рядышком. Где у него пристыковочная? Наверное, здесь. Так, сдаем задом. Где он там? Ага. Оп. Есть, пристыковались. Ну вот, теперь полноценное, можно сказать, почти жилище. О чем так? Это что, крафтить тут можно? Внезапно. Подождите. А могу ли я что-то внутри построить, например, ящик? Правда, у меня с собой ингредиентов никаких нету, ну. Нам никто... А, ну да. Тут запрещается строить, конечно. А жалко. Вот, так я могу и так выходить. Хорошо. Мы можем все крафтить, но у меня, правда, с собой ничего нет. Ну так, вода, еда уже не проблема. Только единственное, что я батарейку буду тратить. Так, хорошо. 150 метров, говоришь. Ух ты. 150 метров. Там мы можем в бездну туда спуститься. Ну как? Не сильно, конечно, но... Теперь совсем другой компот. Так, смотрим за глубинометром. Превышать не надо, потому что у меня ремонтного пистолета, кстати, нет вообще. Да, он не мешал бы. Все, дальше не пойду. Ты чё это меня выкинул? А, потому что я вертикально стою, понял. Почти вертикально, выровняй нос. Вот так. О, а теперь можно и вам внутри походить. Ой. Я же хотел посмотреть, что там надо на этот. Так, где он там у нас, ремонтный инструмент? Вот он. Силиконная резина. Так, у меня все есть в базе. Прям, вот прям все есть. Ну что ж, давайте скрафтим сам этот девайс. О, отлично. Теперь у меня все есть. Так, еды и воды у меня с собой, конечно же, нет. Но она есть тут у меня. Это за этот засоленный. Как его там? Кольцевик. И бутылочка воды. Хотя бы одну взять. Ой, блин, зря. Ну ладно, не так много мы и потратили. Вот. То есть отсюда, к сожалению, ниже я не могу. Но, возможно, тут есть усилители, чтобы он глубже уходил. Так что я сейчас буду нырять вниз. Мне нужно найти еще... Еще один модуль, чтобы жилой отсек. Так, а воздухом я не побрезгую. Давай сюда. Ох, эта территория тут стрёмная. Тяжело ориентироваться тут. Все такое
С этими красненькими прожилками. Так, и да, летает. Давай сюда прям сходу заберем. Будет нам что поесть. Так, воздух сразу подбираем. Вон эту тварь уже вижу. Ёперный театр. Да вали отсюда нафиг. Да блин, еще. Да двигайся, ж ты, козел. Тебя понюхал. Да. Ну, как обычно, все. Так, наверное, в ту сторону надо плыть. Еще раз попробовать попасть бы в ту пещеру. Где тут. Как вот там обелиск какой-то стоит, или как-то его там называют. И тут сильно много не посмотришь, потому что надо постоянно двигаться. Так, кажется, нашел вход в пещеру. Да, вот уже даже запчасть какая-то есть. Ну что тут? Блин, сканер. Морехода. Эх, блин, не тот этот мореход. Вроде тебе бутерброд. Ага, я в прошлый раз видел, что тут, по-моему, что-то есть, кубик, а это, оказывается, кубик. Взаимодействовать с тобой невозможно, да? Даже наверху тут ничего нету. Ничего тут нет. Так, текаем отсюда. Я что-то здесь где-то оставлял. Я не все сканировал. Возможно, надо выше подняться куда-то по пещере. Я даже не смотрю, потому что воздуха уже мало осталось. Мне надо искать воздух, а не... Отлично. Так, ну давайте еще возьмем этот аэрогель, потому что я еще ни одного не собрал. Так, пузырь, пузырь, пузырь. Дайте пузырек. Дайте пузырек, 48 секунд. А мне нужен срочно воздух. Прямо еще вчера, вот он. Хорошо. Ёж твою медь. Назад, назад. А ты ж скотина. Давай, 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 давай. Да нож возьми, блядь. Да, пожалуй, это бесполезно. Ну ладно. Будем знать, что это бесполезно. Еще запчасть, отлично. Недаром, что тут, что где-где-где? Опять изготовитель. Ну, у меня есть изготовитель, мне не надо изготовитель, дайте мне... Так, батарейка есть, 38%, мало. Я же могу сделать крутую батарейку. По-моему, маленькую тоже могу сделать, этот вот пришельцев из ионного куба, который в 100 раз будет дольше работать, чем эта обыкновенная батареечка. Так, воздух, воздух. Так, опять же я вышел на в эту камеру же. Так, ну если нет смысла туда. Выше есть? Что-то на потолке есть? Ничего не вижу. Так, вот оттуда я выплыл, туда я поплыл. Так, 63 секунды, пока есть время. Пузырек. Короче, тут нету больше ни... Чего? Поэтому мы поднимаемся наверх, сейчас возьмем воздуха. Вот так вот. Так, можно перевести дыхание. Главное не попасть в гадость опять в руки. В щупальца, точнее говоря. Еще бы кусочек лития мне бы не помешал бы. Ну что ж, более-менее тут набрал еды немножко. Чуть-чуть там покушать. Ну что ж, я совместил как бы две точки практически, вот этот. Ну, в общем, вот так, если вниз посмотреть, то примерно я и поплывем вон в том направлении. Вот как куда-то туда. Возможно, даже пониже спустимся, чтобы видеть, что тут будет меняться или не будет меняться. Можно включить свет, можно выключить. Ярко довольно-таки светит. Вот так вот вроде бы ничего так смотрится. Ладно, поехали. Посмотрим, осмотримся маленько, что тут вообще происходит.
Так, сколько заряд? 97%. Нормально, вообще ни о чем. Так, ой, я ж зачем я повернул? Ладно, в этом направлении двигаемся примерно. Еще какая-то хитрая рыба. Такой не видел. Так, эти воровки кругом тут плавают. Это вообще совсем другой биом уже пошел. Ух, сколько тут растений. Долго-долго тебя сканировать. Пошла баня. Если из рук что-то убирать, она перестает вас доставать. Потому что как бы нечего у тебя воровать, поэтому она отстает. Опа, яйцо. А нет, не яйцо. Или яйцо. Фрагмент гравиловушки. Фу, полез сюда. О, тут пещера есть. Опа-па-па-па-па-па-па-па, ничего себе. Корневище. Так, давай-ка наш этот вот. Я стою. Ага, то есть выход тут вот он. А что это там такое? Свиться, ладно. Поглянем. Заглянем в недра. Ну, только не ты, тварь. Так, я видел то, что-то... А, нарост. Ну, заберем золото. Блин, должно быть здесь золото. О, серебро. Бро, это серебро. О, я воздух. А воздух-то я где буду брать? Что это? Тихо. Не бубни. Так, мне надо валить отсюда, это точно. И чем быстрее, тем лучше. Надеюсь, я туда вообще пошел, потому что что-то это как-то... Да, вот он, выход. Подышим воздухом. Золото, отлично. Так, нам сюда. И ниже, 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 ниже. Как тут не заблудиться. Так, вот какие-то красные хреновины здоровые. И воздух тут есть, отлично. А чё это мы не беремся? Не хочет. А вот это можно взять. Зараза такая. Так и хочет у меня что-то украсть. Просто неохота их убивать. Чё это? Волчок. Опаньки. Здорово. Я вас подрежу, кубик. Вы ж не против, правильно? Не против. Эта хрень здоровая? Неизвестно. У нее даже на этой нету наклейки. В смысле... Не оформлено. Текстурки нету. Ну, возьмем, я не знаю, что это. Корневая капсула. Для чего она нужна? Ладно. Вижу воздух и не вижу препятствий. Взять его. Полезь сюда. Так, золото. Есть. Еще красненький цветочек. Куда его плыть? Кто бы его знал? Опа! Что? Где? Да нет у меня ничего в руках, отвали. Тебе показалось. Так, пузырек. Ага, я уже тут был. И пузырек сдулся. Давай, давай, открывайся. О, молодец. Попробуем дальше поплыть еще. Не знаю, смогу ли я отсюда выбраться, это уже другой вопрос. Титан, блин. Опять титан. Так, рыба, бумеранг, стой.
Или как-то там спиннер. Да возьми что. А, понял. Инвентарь полон. Куда я плыву? Кто бы его знал бы. А, наружу. Отлично. Соль. Что здесь так? Мертвая зона, что ли? Пустовато как-то стало, вам не кажется? Это что, край карты, что ли? Должно быть сообщение, что я плыву не туда. Или меня сейчас сожрут, чего бы не хотелось бы. О, вот да. Что за медузы? Это ж медузы. Ух ты, ёлки, выше. Бля, я уже испугался этих медуз. Так, мы подо льдом глубоко. Ага. Ясно. Или это остров? Это остров, наверное. Ну давайте. Это как пришельцы, блин, какие-то. Возьмем сканер. Медуза. Просто медуза. Ну, я так думаю, что они жалятся, поэтому к ним что-то как-то не очень хочется приближаться. Так, строго вверх пошли. Ага, понятно. Так сказать, край мира, да? Я еще не вижу ни черта. Что-то там проскакивает иногда. Так, ну давайте тогда вручную, что ли, нырнем. А воздуха тут случайно нет? Я уже как бы далеко заплыл, пора. По-моему, я уже не смогу вернуться. О, это ж читерство. Не выходя на улицу, я могу его ремонтить. Ладно, пойдет. Погнали. Как минимум, насколько я много сократил расстояние. Уж по-любому. Ископаемых нет, а все, дальше ледник нас не... Да я, блин, нет у меня ничего. Ой, куда-то я какую-то жопу полез, 100%. Что это? И? Ладно. Ой, вода и кислород. Походу, я сейчас тут и останусь. Ну, мы сохранились, так что... Ничего страшного. Тут явно где-то пришельцы в базу, потому что не может быть такое огромное пространство. Ой, блин, думаю, что это за херня, какой-то кусок льда. Я думаю, что это такое выдвигается на меня. Опа. Уже не умрем. Я уже вижу воздух. И там что-то есть. О, база. Где это мы вообще? Чё за? Хотел пистолет достать, но пистолета-то в игре нет. Блин, проблема с водой. Надо бегать быстрее. Давай, беги. Возможно, вы... Что это было? Опа. Кварц. Блин, что за стрёмные звуки такие? Оу. Пофигу. Жажда. Опа. Опача. Сканер. Конечно.
Не знаю, что это, но... Снежное растение. База, 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 точно. Где бы ящичек какой-нибудь? А там бы водичку, глоточек. Ну давайте, дайте, дайте, дайте воды. Батарейка, ну... Ага. Батарейку не буду брать, мне нужно воду куда-то деть. О, я уже начинаю коситься, классика жанра. Нафига ты съел соленую рыбу, лучше бы выкинул бы ее. Так, в жилых модулях должна быть вода, дайте мне воды. По-моему, я занимаюсь вообще не тем, мне надо вода, во-во. Да что ты будешь делать, дайте воду. Давай кровать уже хотя бы сканируем. Чё это? А, стекло. Ай, блин. Ящик не открывается, да дайте ж воды. Стулья, фигуля. Ай, блин. Ну надо же было сюда попереться без воды. О! Найс. О. Тридцатка уже хоть что-то. Чё это? Смазка, сами себе смазывайте что-нибудь. Птичку возьму и заюзаю, кстати, ее сразу. Потом вернемся туда. Просканируем кровати, тумбочки. Вот я, конечно, молодец. Далеко забрался. Большое помещение. Чё себе, сколько мы сканируем долго. Большая комната. Вот эти мы, конечно, из... Так, сначала в большую комнату зайдем. Правда, я тут покорежила. Здорово. Ну да и ладно. Полочка настенная. Дверька нереальная. Стойка. Давайте барную стойку. А, я вижу зарядное устройство для энергоячеек. Вот это хорошо. Отлично. Что это? Опять смазка? Да вы что-то на что-то мне намекаете? Ничего не хочу смазывать. Так, это не надо. О, хороший стек... А, даже два надо. Я думаю, тут найдем их. Столики. О, кофемашина, отлично. Холодильник, да ладно. Это клондайк просто. Ух, да ладно. Открываешься? Проход, да нет. Лампочку. Включите. Так, я туда. Вот, а там. Так, опять заглючило, что ли? Нет. А в чем проблема? А, ты зараза, не хочешь мне кофе делать? Ну ладно, она поломала и все. Полочка, пускай будет для красоты. О, постер висит. С кошаком. Тебя взять можно? И просканировать тебя нельзя, и взять нельзя. Опа, фотка. Это ж наш ящик. Опять. Фоторамка. О, отлично.